Вы на канале новости БП. Илон Маск придумал такой удивительный автомобиль, а наши до сих пор не могут придумать, как его научат ставить. Недавно переоформлял Mobile S, поехал без автомобиля туда. А они, менеджер, мне утверждает, что я должен привезти сюда автомобиль, чтобы он мог указать в техпаспорте, сколько же объемов двигателя в Тесле. Я ему объясняю, это полностью электромобиль. И он освобожден от налогов. Если даже привезу, говорю, этот автомобиль, ты ничего не увидишь, я тебе открою капот и будешь приятно удивлен. Он без конца начал настаивать на этом, я так шум поднял, и в итоге пришли к решению. Я в гугле набрал, сколько же киловатт мощности имеет Tesla Mobile S, и они мне тупо ввели это в техпаспорт. Жалко, что рядом не было министра под прикрытием.